уничтожение. Беспощадные войны. Сегодня ведутся не только в реальности, но и в киберпространстве. Мы поступим по-другому и ударим по самой незащищенной вашей стороне – экономике. Но не ударим, а уничтожим ее. Уничтожим ее. Уничтожим ее. Угроза национальной безопасности. Мы – Anonymous, и имя нам – Легион, ибо нет нам числа. Как обычно, украинцы страдают из-за атак российских хакеров. Причина вчорашнього знеструмлення половини Івано-Франківщини – це хакерська атака. Про це заявляють у Прикарпатті Обленерго. За даними фахівців, хакери зламали систему управління телемеханіки. В чому сила кіберармії Путіна і скільки мільярдів рублів Кремль тратить на її содержання? Це сотні тисяч доларів, однозначно. Анонімних ворогів розоблачає унікальний український спеціаліст, головний в нашій країні хакер, ставший на защиту родини. Ексклюзивне інтерв'ю. Там находили какие-то подтверждения, что они или замешаны в агрессии против Украины, в том числе могут там спонсировать, финансово спонсировать, или не участвовали в войне непосредственно на территории Украины в Донецкой и Луганской области. Как за ним охотятся российские спецслужбы? И почему американец Эндрю бежал от ЦРУ? Через Russia Today вышли на нужных людей в правительстве РФ. Меня убеждали, что это был фактически единственный шанс, чтобы сменить место жительства и уехать из США. Невероятное интервью со вторым Эдвардом Сноуденом, что заставило айтишника из США прятаться в Украине. Я умру, то поховайте меня на могиле. Секретные материалы про тайный мир киберпреступников и белых хакеров. Против кого они воюют, сколько миллионов долларов зарабатывают и почему их стоит бояться простым украинцам. Мы уничтожим их банковскую систему. 5 крупнейших банков уже атакованы. Они могут читать вашу личную переписку. Могут просматривать фотографии. И даже украсть деньги с кредитной карточки. Киберпреступность – проблема не только правителей государств, но и всех граждан. Интернет буквально кишит предложениями взломать почтовые ящики или страницы в соцсетях. Мы проверим, действительно ли реально взломать чужой почтовый ящик. Итак, для надежности оставляем заказ сразу на нескольких сайтах. По легенде, мне нужно получить доступ от почтового ящика моего коллеги, чтобы забрать оттуда важные документы. Оформляем заказ на сайте и ждем, пока хакеры выйдут на нас. И пока мы ждем, терпение заканчивается даже у мировых лидеров. Все чаще про кибератаки на свои страны во всеуслышание заявляют и европейские политики, и американские. Сейчас нет никаких сомнений, что Россия использовала кибератаки против разных структур в нашей стране. Ситуация настолько критическая, что вот прямо в разгар предвыборной гонки Хиллари Клинтон обвиняет российских хакеров во взломе сайта Демократической партии США. Мы хотим дать понять, что мы не хотим брать участие в разного рода военных действиях, но мы будем защищать граждан своей страны. Директор ЦРУ Джон Бреннан также заявлял, хакеры из России агрессивно собирают информацию. За этой формулировкой кроются многочисленные атаки на компьютеры органов власти. Мы поступим по-другому и ударим по самой незащищенной вашей стороне – экономике. После политиков наемники российских спецслужб фигурируют даже в спортивных скандалах. Они крадут и публикуют документы из базы ВАДА о том, что спортсменкам США якобы официально разрешили применять допинг. Мы хорошо знаем, кому выгоден этот скандал и дискредитация американских спортсменов. Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности. Кремль порой даже не скрывает достижений своих кибервоинов. Знаете, столько много хакеров сегодня, причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой след, или даже не свой след, а закамуфлировать свою деятельность под деятельность каких-то других хакеров из других территорий.
И самое страшное, что в списке их целей – Украина на первых позициях. Атаки тайных айтишников Путина все чаще направлены против нашей страны. Мы сейчас находимся в состоянии информационной войны с Российской Федерацией. И все, что связано с киберзащитой, с развитием соответствующей сферы, с привлечением кадров, важно для государства. Может ли Украина защитить себя и даже более, пойти в киберпространстве, в контратаку? Отлично знает наш эксперт. СБУшники раз 14, раз 15 сообщили, что они кое-кого захватили, по моим данным. Поймали реальных террористов. Обычный киевский айтишник, он не похож на супергероя, но вы не поверите, Евгений таковым является. Родился в Киеве в 1983 году. С 2005 работает аудитором безопасности. Для противодействия агрессии России создал украинские кибервойска. Для него решающим стал день, когда власть Российской Федерации перешла Рубикон. Дать согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Тогда Евгений встал на защиту украинского киберпространства. Его идея после реализации стала для Российской Федерации большой проблемой. Я решил 9 июня 2016 года создать украинские кибервойска. И уже после этого, через несколько дней, я уже 12 числа официально об этом объявил уже в Фейсбуке и Твиттере. И поначалу, по крайней мере, в первые месяцы, очень много людей пришло. Сегодня он работает с небольшой группой единомышленников. Он может похитить данные с государственных сайтов Российской Федерации, взломать электронную почту руководителей ДНР или ЛНР, может следить за сепаратистами с помощью их же камер наблюдения или же блокировать их счета. Цель одна. То есть нужно заставить их закрыться. Чем раньше они до них дойдут, иногда атака может, у нас были случаи, что мы там день или неделю или месяц атаковали, и не дошло. Были люди, которым мы атаковали и продолжаем атаковать их ежедневно. Уже второй год. Свое кибероружие они не демонстрируют на парадах и главных площадях страны. Но от этого оно не становится менее важным. Мы добавим информацию, в том числе подтверждающую, что конкретные люди являются террористами. Они участвуют в ДНР, ЛНР. Что это люди могут быть военными, российскими военными или российскими, допустим, милиционерами, служат в полиции, да, российскими полицейскими. Они могут быть, допустим, даже ФСБшниками. Такие несколько Ямала мы так взламывали. Своими силами с начала боевых действий украинские кибервоины захватили больше 10 тысяч камер наблюдения. Здесь на записях видно действующее передвижение военной техники. Вот русские наемники пришли в супермаркет за дорогим алкоголем. А вот тут находится офис сепаратистов. И это только малая часть доказательств присутствия русских солдат на украинских территориях. Все это дело рук украинского кибервоина. Он плюс ко всему еще ломает сервера стратегических кремлевских сайтов. Там были, допустим, такая статистика, как те украинцы, которые после начала военных действий убежали в Россию. А в Ростовской области наибольшее приняло в себя беженцев. Мы видим там десятки, сотни, тысячи людей в разные месяцы. А не сотни тысяч или даже до миллиона в месяц, как Россия врала. А также находили данные о тех, кто был, принимал участие, и милиция, полиция российская засекла, что они принимали участие на базе. Кто был ранен в боях в Украине и в Ростовской области начал поступать в различные больницы. Пока в АТО противостоят русским наемникам физически, в КИБЕРАТО уничтожают их финансово. Хакеры выяснили, что ежемесячно только через систему PayPal на счета сепаратистов приходит больше миллиона долларов. Спонсоры терроризма находятся в разных уголках мира. Америка, Канада, США, Европа. Однако в Украине на это закрывают глаза. Никого не хотят ловить, не хотят закрывать сайты, не хотят закрывать счета в банках, не хотят закрывать счета в авиационных учреждениях. Ни одного случая, чтобы из этих, или то, что они сами закрыли, уж тем более из тех, что я закрыл, через жалобы счета. Так, чтобы хотя бы одну копейку в бюджет Украины перевели, нет вообще данных за 2,5 года. Главный кибервоин нашей страны Докукин уверяет, что сам себе командир. В то время как в соседнем государстве все хакеры автоматически работают на хозяина. Я говорю, я сейчас убью вас. Я зачем прикатил сюда за 1000 километров? А в Российской Федерации, например, у них есть государственная политика. Все знают уже, да, про тролля из Ольгина. Это
прям популярный интернет-мем. В этом здании находится офис секретной конторы, которая никогда не прекращает работу. Ее прозвали «фабрика троллей», потому что здесь сотрудники наполняют социальные сети прокремлевской пропагандой. Сейчас вы видели пересменку, то есть дневная смена кремлеботов вышла, и перед этим туда зашли ночники, так называемые, которые будут с 6 часов утра писать комментарии. Но никто не знает, что помимо Ольгина есть такие же, целые, я бы их назвал, лаборатории, где сидят специально обученные люди и занимаются подготовкой специализированных вирусов. В Украине, к сожалению, у нас нет таких лабораторий, государство, в принципе, извините, наплевательски относится к безопасности. Однако не только Россия имеет кибервойска. США первая в мире по их качеству и количеству. Самое интересное, как призывают хакеров в IT-структуры. Эндрю Ауренхаймер, американский хакер, который сегодня живет в Харькове. The love that Ukrainian people have for their country. В эксклюзивном интервью для секретных материалов он приоткроет занавес тайн виртуального мира. The United States, they tried to... Спецслужбы США мне предлагали так называемое сотрудничество путем того, что против меня выдвинули ложные обвинения. На меня оказывали давление в тюрьме. Это была угроза физического насилия. Меня угрозами принуждали к сотрудничеству. В тюрьму он попал после того, как украл адреса электронной почты 114 тысяч пользователей iPad, в том числе мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга и других топ-персон. Эндрю уверяет, сделал это исключительно, чтобы показать уязвимость системы. Но ему не поверили и запроторили в тюрьму на 2,5 года, в течение которых и вербовали его на государственную службу. О его талантах стало известно и ФСБ. Люди Путина также пытались завербовать американца. Он впервые рассказывает об этих тайнах на камеру. Через Russia Today вышли на нужных людей в правительстве РФ. Меня убеждали, что это был фактически единственный шанс, чтобы сменить место жительства и уехать из США. Но я вовремя нашел друга в Твиттере, который открыл мне глаза на политику России. Я узнал, как поступает Путин не только с мировой общественностью, но и с Украиной. К счастью, тогда вместо работы на кремлевского агрессора уникальный американский хакер предпочел Украину и переехал в Харьков. Я националист и смотрю в первую очередь на то, какие условия предлагают спецслужбы. Есть определенные националистические идеи, и я не сотрудничаю с теми, кто не исповедует принципы единства. Здесь Эндрю поддерживает идею нашей национальной борьбы, а вдохновляется украинской поэзией. Я кмру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в Україні мели. Он готов стать на сторону Украины в информационной войне, хотя и уверен, что масштабы работы здесь будут гораздо меньше, нежели в США. В США именно хакеры, можно сказать, делают выборы. Они с политиками очень сильно взаимодействуют. Они много меняют, показывают политическую ситуацию путем обнародования определенной информации. И это не только в Штатах, но и в Европе, и во всем мире. В США хакеры не только делают выборы, их миссия куда важнее. Я сломал себе всю жизнь до основания, чтобы выступить против слежки. Эдвард Сноуден – вот реальное оружие кибервойны. Сотрудник сверхсекретного агентства национальной безопасности. В июне 2013-го он обнародовал сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Но это все и так уже стало достоянием общественности. Все, что я знал, я уже обнародовал. После попросил политического приюта, кто бы мог подумать, в России. Он молодой парень такой, сам выбрал свою судьбу, что он будет дальше делать, как он будет жить. Честно говоря, мне даже вот трудно определиться, куда он денется, что он у нас здесь всю жизнь будет сидеть или чего. Ну, вы понимаете, вот он, ну, такой вот он человек. После таких совпадений неудивительно, что по одной из версий Сноуден изначально работал на российские спецслужбы и похитил более 1,5 миллиона секретных материалов именно по указанию Кремля. Сноуден пришел к нам в консульство в Гонконге и предложил нам совместно работать. Причем не как шпион, он ничего не передавал.
Конечно, не только Путин, но и наши политики пытаются не отставать от западных тенденций. Они тоже любят работать с хакерами. Есть хакеры, которые взламывают какие-то базы данных, если они считают важными, они их размещают. Антон Геращенко на «ты» с кибермиром. Часто рассказывает про сайт «Миротворец», на котором можно найти личные данные тысяч боевиков ЛНР и ДНР, также их пособников. И журналистика, а есть пропаганда против государства. Как украинским хакерам или спецслужбам удалось собрать такое досье – военная тайна. Я не являюсь лицом, который взламывает базы данных. Однако специалистов, способных на взлом личных данных, пруд-пруди. Помните наш эксперимент? Уже через несколько минут мне на почту пришло подтверждение заявки. Доступ к чужому почтовому ящику обещают предоставить через 5 дней и 2500 гривен. В общем, недорого, если брать во внимание резонансные кражи хакерами десятков миллионов долларов. Причем среди рекордсменов в компьютерных злодеяниях также есть украинцы. Например, киевлянин Вадим Ермолович в этом году признался в краже 100 миллионов долларов США. Кстати, по уголовному делу в американском суде вместе с Вадимом проходит еще два десятка наших сограждан. И грозит им за кражи и манипуляции с инсайдерской бизнес-информацией до 20 лет лишения свободы. Впрочем, пока наши хакеры ведут лишь информационную войну против России, и хакеры устраивают настоящие диверсии. За наструмлення половини Івано-Франківщини – це хакерська атака. Про це заявляють у Прикарпатті Обленерго. За даними фахівців, хакери зламали систему управління телемеханіки. В результаті кібератаки 80 тисяч домов Прикарпаття остались без світа. Сейчас руку Кремля во внедрении віруса Black Energy ищут спецслужби США. История с Прикарпатья Обленерго была первым сигналом, и я уверен, что в дальнейшем будут еще атаки, при которых российское правительство с помощью хакеров будет внедрять вирусы. На что еще в Украине охотятся подконтрольные Путину киберпреступники? И кто может стать их следующей жертвой? Прогнозы неутешительны. На Украине давно тестируются образцы вредоносного программного обеспечения, которое предназначены для атак на критические объекты инфраструктуры, такие как электростанции, государственные учреждения, государственные базы данных. Несмотря на реальную угрозу, в Украине никто, кроме хакеров-добровольцев, пока не спешит защищать государственную безопасность на киберпросторах. Если в сервер втрутитесь в работу сервера и изменить какие-то параметры, например, оборотов турбины на атомной электростанции, она перегреется, а датчики температуры взагалі відключити або не дати зворотній зв'язок для того, щоб відпрацьовувала якась система охолодження чи інше. І буде катастрофа. Ежедневно кібервойна обходиться русским окупантам в сотні тисяч доларів. В Україні же все держиться на чистому ентузіазмі. Ми цим займаємося безплатно волонтерами. СБУ 21 года практически ни одного сайта теперь не закрыло. Отбивая вражеские кибератаки, они сохраняют государственную безопасность. Порой экономят на всем, получая за это от государства только формальную благодарность. Кто-то там написал, они там что-то сделали, спасибо сказали. Иногда я слышал тоже спасибо за мои какие-то преданные данные. И, собственно, на этом все, вся заканчивается. К счастью, это не останавливает таких, как Евгений Докукин. Война на невидимом киберфронте продолжается. У нас достаточно силы и воли. Чтобы успешно побеждать агрессора, нужно только верить. И каждому прилагать свои силы ради общей победы.